Здравствуйте, дорогие зрители телеканала Вайкар. Сегодня у нас на установке Toyota Corolla в кузове E170. И мы установили на нее вот такой вот девайс 10VO4-64 на процессоре UIS-78-62. Магнитолка стала отлично, смотрится очень хорошо. Приступим к осмотру нашего девайса. Все стандартно, также у нас есть навигатор, того, что людям пользуется. Режим 2 экрана. Можно ехать по навигатору и смотреть видео. Также на этой магнитоле у нас установлен качественный OLED-дисплей с хорошим качеством изображения. Давайте поменяем и поставим разрешение максимально возможное для видеоролика. Магнитола справляется с этим всем очень быстро. Интернет в данный момент раздается через Wi-Fi. Ну и как мы видим, отрабатывает с очень хорошей скоростью и без тормозов. Кнопки на рулевом колесе у нас также работают. Сюда мы установили камеру заднего вида. Хороший девайс на каждый день для удобства движения и использования автомобиля. Обращайтесь в наш установочный техцентр за приобретением и установкой автомобиля. Спасибо.